Как сказал президент страны Шавкат Мирзиёев, реализации программы Абылтмахалля отведено одно из важнейших мест, так как мы взяли на себя обязательства перед нашим народом по решению его проблем, улучшению жизненных условий и повышению качества жизни. Министр экономики Батыр Хаджаев, выступая в мае 2018 года на международной конференции в Ташкентском государственном экономическом университете, анонсируя пятилетнюю программу Абылтмахалля, отмечал, что данная программа должна изменить облик городов. При этом расходы на программу предварительно оценивались в 12-15 триллионов сумм. Принимаемые меры должны способствовать повышению уровня жизни населения, подчеркнул Хаджаев. Прошло чуть более 2 лет. В городах страны в рамках программы Абылтмахалля ведутся благоустроительные работы. Озеленяются улицы, прокладываются тротуары, обновляется дорожное покрытие, возводятся детские и спортивные площадки, налаживается освещение. Многое сделано в Махалях и нашего города. Правда, сделано, а чуть позже варварски разрушено. И об этом мы уже не раз говорили в нашей программе. По-прежнему одни портят оборудование детских площадок, разбивают фонари, ломают скамейки. По-прежнему другие спокойно пасут домашний скот на цветущих клумбах. По-прежнему третьи закрывают на это глаза. Как же предотвратить этот беспорядок? Как остановить хулиганские действия нерадивых граждан? Ведь прежде чем наложить на нарушителей законности штраф, необходимо поймать их за руку. Возможно, в таких случаях поможет видеонаблюдение с камер, установленных на городских улицах. Таких, которые как в рамках проекта Абылтмахалля установлены в махалях Бердамлик и Мирзоулугбека. Заметим, что эти махали охватывают территорию дворов нескольких городских улиц – Амира Тимура, Бердамлик, Мустакилик, Низами, Тенчлик и Ломоносова. В этом же районе находится общеобразовательная школа номер 21 и несколько кафе. Поэтому вопрос безопасного, спокойного времяпровождения горожан в этом районе также немаловажен, особенно в вечернее время. Изображения с 19 камер, установленных в махалях, выводятся на монитор инспектора по профилактике правонарушений ГУВД капитана Мирзахида Мирхалилова, который должен будет своевременно принять необходимые меры. Остается надеяться, что установка видеонаблюдения поможет навести порядок хотя бы в этом районе города. А слова «безопасность», «спокойствие», «благополучие» станут привычны для жителей махалей Бердамлик и Мирзоулугбека. И как было бы здорово, чтобы подобная практика видеонаблюдения была внедрена и в других районах, пусть даже не вошедших в программу Абылтмахалля. Ведь так хочется сказать, а может даже и спеть накануне дня рождения Алмалыка, что этот город – самый лучший город на Земле.